Итак, сегодня у нас яблочки. Что мы с ними делаем? Мы делаем очень простой и классный рецепт – запеченные яблоки в духовке. Используем мы вот такую вот французскую нуазетку. Это такая ложечка, довольно острая, и очень легко ей вычистить серединку из яблок. Оно просто вынимает такие шарики, и целое яблоко остается. То есть это минимум расхода. Вот такая нуазетка. У нее два конца. В одном ложечка побольше, на другом ложечка поменьше. Яблочки мы выкладываем просто на пекарскую бумагу, на большой лист. Вот все уже повынимали. Получилось вот столько яблок. И они половинками, там нет никаких серединок. Очень хорошо. Посыпем их корицей. У меня цейлонская корица, очень-очень вкусная. Я посыпаю щедро, примерно пол чайной ложки на каждое яблоко. Разогретая духовка 350 градусов Фаренгейта. Ровно на 1 час. Итак, что же у нас получилось? Давайте смотреть. У нас получились вот такие чудесные мягкие-мягкие яблочки. Они сладкие, вкусные, без всякого добавления. Никакого масла, никакого сахара. Только полезная для здоровья корица. А яблоки получились чудесные, абсолютно потрясающие. Мягкие-мягкие, сочные-сочные. Из них можно сделать все, что угодно. А можно просто съесть.